Приветствуйте на сцене Юрий Кашуба. И верь в других. Смело иди к своей цели. Life is good. Будь первым. Двигайся только вперед. В тебе живет успех. Воплощай мечты. Верь в себя и верь в других. Добрый день, дорогие друзья. От чистого сердца приветствую вас всех от имени нашей страны Украина. Мне очень приятно сегодня быть на этом форуме, потому что моя история жизни, она несколько длиннее, чем те, кто сегодня в молодости только лишь начинает работу с Life is Good. Моя история длинная, я всю рассказывать не буду, но кучу лет я проработал, где-то более 25 лет я проработал в сетевом бизнесе, в финансовом консалтинге. Мы начинали в те времена, когда и Роман Василенко, тогда еще молодой, но сильный, динамичный специалист, и мой Штрук и сегодня Имре Гонда, они тогда уже были лидерами в тех системах. Я где-то тоже был рядом. Ну, то есть, когда Имре на ЛС преподавал, я был тройка, третий уровень. А потом это все огромнейшая система куда-то канула в лету. И все время у меня был вопрос. Я всегда вспоминал ту большую систему, которую тогда я увидел. Это был огромнейший международный холдинг. В Европе он был где-то сравним Мерседеса. И вдруг не стало. Развалилось на маленькие кучки местечковых уровней. И когда чуть позже начал узнавать, в чем дело, оказывается, наш загадочный русский характер говорит о том, что нам учиться. Нам совсем просто. Я когда-то попробовал летать в компьютере на самолете. Знаете, есть такие программы, полеты на самолете. И вначале идет инструкция, которая говорит, на какие клавиши нажимать, какими там лонжеронами крутить и так далее. Вы думаете, я читал инструкцию? Мы же нормальные все. Мы же сразу знаем, как взлетать. Где-то из 40 попыток взлететь ни разу не взлетел. А инструкция говорит, начинай с маленького, с легкомоторного самолета. Я говорю, нет, с самого крутого. Вот точно так же и мы. Мы приходим, начинаем делать бизнес, ну совсем простые же вещи. Какая проблема купить квартиру? Что, пришел человеку и говоришь, квартира тебе нужна? Каждый скажет, нужна, давай бери, покупай, вступай в кооператив. Но что происходит? А клиент говорит, нет, я не верю. Ты говоришь, слушай, есть классные инвестиции. Можно сделать так, так, так. Что клиент говорит? Нет, я не верю. И потом все друг за другом ходят, начинающие консультанты, и говорят, не работает. Дорогие друзья, все работает. И уже когда в Life is Good произошла ситуация, когда я ищу на фондовом рынке этот инструмент, где можно связать банковские инструменты с фондовыми ценными портфельными инвестициями, а в жизни их нет. Они есть, но отдельно. То есть каждый человек сам может приехать в Европу и себе сделать такой продукт, типа как Vista. Разница будет только лишь в том, что тебе надо быть 10 пядей во лбу, тебе надо знать иностранный язык, тебе надо прийти в тот банк, который тебе даст, тебе надо найти ту брокерскую компанию, которая тебе спакетирует твой фондовый портфель. И тогда мы на русском языке как скажем? То говорю, оно пропадом. Ничего не хочу, я лучше засуну куда-то. И куда суем? Знаете, куча мусорных всяких делов на нашем безразмерном рынке, потому что все мошенники хотят украсть наши с вами деньги. И вот я смотрю по интернету, появляется компания, даже не компания, там был маленький ролик, основная мысль была так, трать деньги с умом. Наверное, вы его тоже видели. И оказывается, для того, чтобы тратить деньги с умом, надо иметь две вещи. Деньги и ум. Ну, совершенно просто.
И потом в этом ролике описывается все то, что есть истина, которую я искал. И читаю дальше отзывы по интернету, они говорят так, что это лохотрон, это все лажа, знаете, как на нашем языке, все ерунда. Но у меня загадочный свой характер, я овен. Я это все почитал, чем больше гадости, я беру и набираю номер телефона того человека, который там озвучивал. Звоню ему, он мне говорит, life is good. Я судорожно начинаю вспоминать, где же этот, я слышал, где слышал, где слышал. И вдруг вспоминаю, на одном из семинарий приехал Имре Гонда, который пришел и говорит, life is good. Я у этого человека в интернете спрашиваю, а ты фамилию Имре Гонда слышал? Он говорит, ой, это очень далеко где-то. Я говорю, хорошо, я ему сейчас позвоню. Ложу трубку, снимаю, Имре звоню. Ну, Имре, вы все знаете Имре Гонду? Ну? Это уникальный человек. Уникальное заключается в том, попробуйте приехать на русском языке, открыть венгерский рынок. Как это сказать? Как Имре нам хочет передать тот опыт? У Имре опыт тогда, когда я был молодым директором в той системе, у него было 80 тысяч единиц в месяц. Восьмой директор за месяц. Представляете себе объемы? Представляете себе, что этот человек уже такую систему построил? Я ему звоню, говорю, Имре, это я, Кашуба. Он говорит, давно тебя ждали. Приезжай. Я говорю, Имре, скажи, это все правда? Он говорит, правда, приезжай. Я говорю, я же туда не могу поехать. Он говорит, хорошо. И мы встретились в Будапеште где-то через 3 месяца. Он это мне все показал. Я говорю, Имре, кто придумал? Кто это объединил? Он говорит, это самый сильный человек Роман Василенко. Я говорю, хотя бы одним глазом дашь посмотреть? И как раз у них были какие-то занятия, и у нас произошел контакт. Ну, буквально 5 минут мы успели поговорить. Спасибо. И тогда я принял полностью ситуацию, что... Во-первых, то, что хочу вам сказать. Вот этих 2 сильнейших, я не побоюсь своего слова сказать, что на мировом уровне человека, которые абсолютно фундаментально знают, как построить компанию, это мне говорят, что уже хватит. И тогда я понял, почему life is good. Потому что круче специалистов в мировых масштабах не существует. Сегодня я достаточно скромные результаты имею, я только лишь 6-й уровень с объемом, пока еще мне стыдно перештрукать, штруки это где-то около 6 тысяч единиц в месяц. Планирую в ближайших 2-3 месяца все-таки то, что Имре, ну, штруки хорошие. Да? Он мне спрашивает, Юрий, тебе денег хватает? Ты уже 30 тысяч зарабатываешь? Я говорю, еще нет. Почему ты так долго еще не зарабатываешь 30 тысяч? 6-й уровень я закрыл за 1 год и 3 месяца. При этом я начал с абсолютного нуля. Я для себя хотел проверить, работает ли система и правда ли, что это правда. Потому что я знаю, как Имре строил ту систему. Поэтому, дорогие друзья, которые только лишь начинают, я скажу так, если вы сюда хотя бы ступили шаг, будьте здесь, оставайтесь и все время идите вперед. Берите своих структурных руководителей за руку. Пожалуйста, не выдумывайте колеса. Колеса не квадратные, а круглые. Здесь оно едет. Простой шаг сделайте, пощупайте свои продукты. Хоть ЖК, хоть инвестиционные инструменты. Научитесь с ними технически работать и идите к своим друзьям и знакомым. Но перед этим не забудьте каждую неделю общаться со своим штруки, самым высоким. Он вам будет все время указывать дорогу. Мы с Имре договорились, что к концу года я все-таки закрою 8-й уровень. Но не в этом цель, а цель то, что мои штруки меня спрашивают, почему я не делаю или когда мы будем обсуждать 80 тысяч единиц в месяц. Я думаю, через 2 года. Он приложил руку к уху. Спасибо большое вам. Классных действий. Life is good. Юрий Кашуба.
Global Star Club. Возможности безграничны.